Всем привет! Сегодня у меня на обзоре наушники от легендарного американского бренда COS. Компания, кстати, которая существует на рынке уже более 50 лет. Данная модель наушников KPH7 выполнена в немного таком, знаете, ретро-дизайне. Я помню, у меня в детстве когда-то был кассетный плеер, и там вот были похожие наушники, только у них были более маленькие динамики и немножко другие амбишуры. Знаете, такие состоящие из губки. Здесь же у нас используются 30-мм динамики, а амбишуры такие достаточно мягкие. В целом, когда одеваете наушники на голову, они ушам не давят, и плюсом вот эти вот амбишуры, они полностью закрывают все ваши уши. А модель KPH7, она является не новой, то есть эта модель уже выпускалась, но она была проводная. Сейчас же эта модель полностью беспроводная, она работает по Bluetooth 5.0. На наушниках у нас минимум кнопок, а точнее всего одна. Выполнена она в виде вот такого диска. Чтобы нам включить наушники в режим синхронизации, нам нужно нажать на этот диск и удержать. После этого вы на телефоне делаете поиск и находите данную гарнитуру и можете спокойно к ней подключиться. Также данной кнопкой можно управлять громкостью и треками. Несмотря на то, что наушники накладные, они очень легкие и компактные. Чашки у нас идут вот такие вот поворотные, и поэтому складываются они вот в таком вот состоянии. Ну и сами видите то, что коробочка от них очень такая тоже компактная, и в комплекте вы получаете вот такой вот кабель для зарядки. Если я сейчас надену наушники вот прям так, то они у меня будут, знаете, играть, наверное, практически на уровне виска. Поэтому нам нужно их отрегулировать. Делается это все очень просто. Вот так вот раздвигаем. Регулируем нужную нам, так скажем, высоту. И вот так вот одеваем. Все. Сейчас у меня наушники полностью сидят вот так вот на ушах. В целом наушники комфортные. Они не давят на уши, не давят на голову. То есть прям сидишь спокойно, слушаешь. Ну, знаете, такие классические наушники, но только, так скажем, с более современным звуком. Наушники, кстати, можно использовать как гарнитуру. И сразу хочу вам сказать по поводу микрофона. На удивление, он тут хороший. Потому что, знаете, обычно как бывает, когда вы одеваете наушники накладные, из-за отдаленности микрофона вас собеседник плохо слышит. А тут я с ними походил, и мне прям понравилось. То есть собеседник вас слышит хорошо, не переспрашивает. Я сам лично дал эти наушники другому человеку, взял в руки телефон, позвонил, и действительно все хорошо слышно. То есть практически как по телефону. Теперь что касаемо самих наушников, а именно их звучания. Играют они вполне неплохо, особенно за свою стоимость. А стоят они, поверьте, недорого. Для брендовых наушников это практически даром. И купить их можно, кстати, даже на Амазоне. Это если вдруг вы меня смотрите из Америки. Звук в этих наушниках вы получаете качественный, объемный, басы мягкие. Не сказать, что они прям наваливают, но так в среднем чувствуется. Высокие частоты не перегибают, не звенят. То есть все очень хорошо сбалансировано. Подойдет как для просмотра фильмов, так и для прослушивания музыки. Ну или просто как использовать можно гарнитуру. Все очень хорошо, качественно сделано, и сами наушники могут проработать на одном заряде где-то в среднем до 18 часов. Ну и в целом, что еще нужно, когда и так все хорошо. В общем, друзья, если вас заинтересовали эти наушники, то ссылку на официальный сайт компании я оставлю в описании под роликом. Можете перейти и более подробно с ними ознакомиться. Но у меня, друзья, на сегодня все. Как всегда, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем желаю удачи и всем пока-пока.